Всем привет. Говорят, что если человек идиот, то это навсегда. У меня сейчас возник маленький спор, пролезу ли я при всех своих габаритах, 100 килограмм веса и рост около 190 в вьетнамский туннель. Ну, я сейчас, к сожалению, не в Вьетнаме, я еще пока что в Индонезии, но Вьетнам я внес в, так сказать, местечко, которое буду посещать в ближайшее время. И для теста, вот смотрите, у нас такая штука, 36 на 31 сантиметр. Вот, тумбочка. Вот, ну, чтобы как бы спор не был голосовым, я сначала попытался пролезть в вентиляционное отверстие под дверью туалета, но там, к сожалению, 17 сантиметров на 30, и там я немножко не поместился, грудная клетка не прошла. Вот. А сейчас мы, чтобы у нас спор как бы получил какое-то подтверждение фактическое, да, вот, попробуем просто сделать вот так. Если я застряну. Если я застряну, считайте меня вьетнамским коммунистом. Ну, в принципе, 36 на 32. Вполне себе пролезается. Сложно, конечно, немного. Ой. О! Здравствуйте. Ну, в общем, вот. Миф, как говорится, развеян. Я могу пролезть в типичный вьетнамский туннель и быть настоящим вьетконговцем. Давайте-ка еще раз покажу. Значит, размер туннельчика у нас 36 сантиметров. Эй, вот они. На 31. 36 на 31. Ну, согласно источникам в интернете, стандартные люки у них 30 на 40. То есть даже побольше, чем я. Может быть, даже смогу разминуться в туннеле с каким-нибудь вьетнамцем, который будет там путешествовать. Ну что же, сейчас валим из Индонезии. Следующий будет Малайзия. Из Малайзии, наверное, я поеду в Вьетнам. Подписывайтесь, не переключайтесь, я вам еще не то покажу.